Привет, сорокезасмотрящие. Ну что ж, прошла ночь музеев, музей НАКЦ в Резекне 2024. И начал я ее не традиционно от музея, а вот от высшей школы РТА. И здесь проходила такая выставка, ну вот, пищевых продуктов, полезных, не вредных, экологических, ну и вкусных. Единственное, что расстраивало, конечно, все, воткнувшись в телефоны, ты заходишь, ты чувствуешь себя лишним, потому что все заняты просматриванием каких-то сетей, наверное, там еще чего-то. То есть, как это говорят, меры поведения или приличия, такие меры приличия, знаете, эти, они утеряны давным-давно, все сидят в телефонах, и вот только Артур Агулич ведет там интересный рассказ, а остальные вот и тут же все в телефонах. Выставка, да, работает, дегустация, можно шмаковку попробовать. Но, к сожалению, вот кроме вкусных бутербродов, все остальное выглядело так, это тебя тут не ждут, называется. Ну вот, видите, менюшка есть, ну, чтобы что-то спросить или предложить, или... То есть никто на вас не обращает внимания, вы ходите, и если попросите, то, наверное, вам нальют или дадут попробовать, но это вот, на мой взгляд, не совсем верно, не клиентоориентировано. Вот видите, тут из конопли продукты, гречка и очень много всего интересного, кофе и прочее. Для меня это интересный объект, потому что здесь есть выставка про молочно-консервный комбинат. Вот Артур Абалинч много лет ведет работу по истории этого комбината. Ну и, конечно, вот там те, кто хотят полностью про эту экспозицию послушать, есть видео, будет ссылочка там вверху в правом углу, поставлю, о этой композиции выставочной. Потому что было полное видео, где Артур рассказывал полностью о всей вот этой экспозиции. Ну и, конечно, вот этот вот аппарат советских времен, газированная вода, вот этот стакан незабываемый, который мы полоскали вот просто так, без всяких средств дезинфекции, просто водичкой пшик-пшик-пшик, и пили, весь город пил с этого стакана, при этом никаких вирусов. Надо вспомнить еще, что, конечно, шалопаями были, и на халяву там бывало вместо 3 копеек эти на свалке собирали жетоны такие выбитые из жести, и они как-то вот идеально подходили иногда. Можно было с газировку с сахаром попить бесплатно. Ну, а после этого меня занесло на вот выставку, значит, Guys Mapungs, это Янис Глейц, латвийский фотохудожник. Ну, к сожалению, он уже не с нами, но не в этом дело. Дело в том, что выставка существует, его фотографии аналоговые, так скажем, снятые еще на аналоговые фотоаппараты, то есть это на пленку. Есть такая версия, что фотографии, выполненные на пленке, на негатив, потом переносится на фотобумагу, у них есть душа. Вот есть такая версия. Многие об этом говорят, фотографы, ну а некоторые оспаривают и говорят, что никакой души в фотографии нет, все зависит от мастерства фотохудожника. Но при этом, не знаю, я, так как я сам когда-то занимался черно-белой фотографией вот дома, я бы сказал, что действительно фотографии на фотобумаге, ну, это восприятие. Есть фотографии на экране монитора, они смотрятся совершенно не так, как на фотобумаге. Поэтому, может быть, и с этим все связано, потому что очень много тогда фотографий, конечно, никто на мониторе не смотрел, все их смотрели вживую на фотобумаге. Ну, поэтому вот такая версия существует. Ну и, конечно, выставка, на мой взгляд, интересная, потому что, ну, кто особенно, если кто занимается фотографией или вообще компоновкой кадры, да и вообще, у кого есть какое-то восприятие вот всего, чего сфотографировано, как поставлен кадр, как он, что в этом кадре находится, как художник смог. Вот, например, вот эта фотка, она мне напомнила мой забор на даче. Ну, вот тут это художество, ну, как бы, художественная фотография, но у меня в жизни точно такая же есть дырка, стянутая стяжками, поэтому видите, как искусство недалеко отходит от реальности.
В остальном же, ну, по фотографии, это реально художественная деятельность, когда человек видит то, чего не увидит простой взгляд. Или он умудряется запечатлеть тот момент, ну, который вот единственный в своей природе, и больше, скорее всего, мы нигде больше вот такого кадра и не увидим. Потому что что закаты, что восходы, они все уникальны, неповторимы. И вот кажется, ничего особенного в этой фотографии, но при этом она уникальна, потому что, ну, а вот эту группу, так скажем, вот эту фотографию, такую панораму, я снимал аж 3 раза. Вот это я вам показал 1 раз ее. Предыдущих 2 раза, когда я ее снимал, я все время почему-то чихал. Не знаю, с чем это связано, то ли воздух кондиционированный, то ли что-то. Но я 2 раза снимал и чихал, и кадр дергался. Вот пришлось с 3-го раза только это снять. Вот видите, какие тут тени, какая тут цветопередача при этом фотографии. Не цветные, но при этом хочется сказать цветопередачу. Вот игра теней тут, собственно, и предполагает такое качественное восприятие глазом. Ну и, конечно, серия New, так называемая, ну, тоже интересно. Вот это день белья, или как там фотография называется, не помню точно, но что-то про белье. Ну, конечно, всегда приятно такое смотреть, ну, если вы не... как этот ну короче, ладно, пройдем эту тему, не будем углубляться. Вот, например, тут брызги, да, смотрите, как все схваченное. Вы помните, что эти фотографии сделаны на цифру. Не было тогда тех фотоаппаратов, которые сейчас позволяют выдержки такие. Тогда максимальная выдержка 1/500 была на той технике. И, конечно, пленка 65, чувствительность, ну, 200 это уже была крупнозернистая пленка, кто помнит, кто знает, поэтому должно было быть определенное освещение, чтобы на вот такую вот пленку, фотопленку поймать хороший кадр при такой выдержке высокой. Ну, то есть мастерство тут налицо, потому что кто занимается фотографией, тот оценит вот эти вот кадры. Да, по-моему, даже тот, кто не занимается, он оценит, потому что попробуйте так. Возьмите фотоаппарат и пофоткайте даже на мобильник, что у вас получится. Хотя там от вас ничего не зависит, там все автомат делает. И вот тут интересная тоже экспозиция. Вот фотоаппарат Смена 8М. Это, знаете, я бы сказал, классический фотоаппарат, все дети Советского Союза, вот это уже не Смена, это уже, по-моему, или Киев, или Зенит, что-то там такое, наверное, Зенит. Ну, Смена, этот фотоаппарат, ну, это начало всех начал. А вот этот фотоэкспонометр тоже, ну, вот те, кто, опять же, помнят и знают, им интересно все это видеть, потому что очень далеко уже ушло это от нас. Это для макросъемки вот такие были. То есть это микроскоп, к нему через переходник подключается фотокамера, и получаются макроснимки, которые сейчас можно просто-напросто ставишь фотоаппарат на штатив, объектив макро, да даже можно и без объектива. И надо помнить, что, видите, у него были проблемы, так скажем, с руками, и все фотографии выполнены вот тросик. Там на фотоаппарате вы видели, есть тросик, который он зажимал зубами, и таким образом фотографировал. Ну да, было такое. Вообще этот тросик использовали в советское время для того, чтобы устранить дребезг камеры, чтобы она не шаталась. На штатив ставишь, тросик чиньк-чиньк, кнопочка нажимается, и фотоаппарат при этом не подвижен. Ну, в общем, заканчиваем по выставке и идем дальше. Следующим объектом нашей выставки «Ночи музеев», моей «Ночи музеев», я бы так сказал, я представляю свою «Ночь музеев», потому что много что можно было посмотреть. Это вот Даргунамс, где хранятся сокровища Латвийской Республики разного периода времени. Thank you.
открылась новая экспозиция на втором этаже. Ну и на первом все так же собрание вот этих вот замечательных вещей. Тоже есть видео про это, можете посмотреть, я попытаюсь ссылочку поставить. И тут все таким пробегом, просто галопом по Европам, чтобы вы представляли, что там действительно интересные вещи. Ордена, медали, награды разные. Ну, интересно посмотреть, потому что это все, можно сказать, и исторические, и культурно ценные вещи, и выполнены художественно, да. Ночь музеев, можно было это все бесплатно посмотреть, хотя в обычный день вы будете вынуждены купить билетик в этот на эту экспозицию, в этот зал. Ну а на втором этаже я не был, потому что там, опять же, все не успеть, понимаете, столько пропустить пришлось, потому что, я вам так скажу по секрету, впереди будет там видео про подвал в культурном историческом музее. Подвал первый раз открылся, и поэтому я поторопился туда, и то отстоял в очереди, по-моему, почти час, вот серьезно, час времени потратил на то, что стоял в очереди, хотя, если бы не очередь, можно было бы куда-то еще успеть пробежаться, посмотреть. Я думаю, сейчас такого изобилия знаков, наград и медалей нету в Латвии. Это все исторические всякие, значит, детали времени. А сейчас, ну, какие-то награды у нас есть, да, но вот такого изобилия, как тут, я думаю, нет. И это, наверное, упущение. Наград должно быть. Хотя времена уже не те. Не знаю, кому сейчас за что давать награды. Наверное, есть за что. Ну, не знаю, тут дело вкуса. Thank you.
Svarīgākas, bet mēs šeit esam pulcējušies ne tikai uz šo muzikālo priekšnesumu un tikko mums bija ar diskusiju vēsturnieku, bet esam pulcējuši pamatā arī, lai atklātu izstādi 1964 kara lauzums Latvijas pilsētā Ainavā. Mani sauc Ūdis Neiburgs, esmu Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks. Tādi tie simbolizē Rēzeknes arī multinacionālo, multireliģiozo sastāvu. Tur ir gan katoļi, gan vēsticīgnieki, gan pareisticīgie, gan luterāņi un citi. Un mēs ar Latvijas valstī kopumā, gan arī, protams, kā... Muzeja naktī, ja pareizi sākot pat vakarā, Rēzekne piedieguši daudz šodien notikumu, ne tikai šeit, pie mūsu pilskalna, bet arī muzejā. Pēc būtības, ja mēs runājam par tām lokācijām, kur šodien notiek muzeja nakts, mēs varam sadalīt tas divas daļās. Muzejs, kas pavisam nesen bija uzcelts, šī skaista eka, kas ir aiz mums, rekonstrukcija bija pabeigta gadi divi, laikam, gadi apakaļ. Bet tāpat laikā mums ir sinagoga, eka, kas bija celta 19. gadsimtā. Tāpat ir laikā mums ir mākslas nāks, kas arī bija celts 19. gadsimtā. Un ja mēs skatāmies uz 44. Gadu kaut kā, ļoti interesanti, ka tomēr mums ir tas ēkas, kuras mēs tagad varam radīt mūsu nākamajam paudzēm. Šovasar svinējas divgadu jubileju, un būtībā tā ir jaunākā Rēzeknes kultūra vieta, jā, tāds arī turisma objekts, ar kuru var lepoties, protams, visi rēzeknieši, tāpat arī visi Latvija, jo mūsu namā ir apskatāmi priekšmeti unikālas relikvijas no Latvijas pirmā neatkarības laika. Tāda eksponāta, kas nav skatāmi būtībā, ļoti daudz tāda eksponāta, kas nav skatāmi nevienā valsts muzejā, jo tad redz saglabājušies vienā, divos, trīs eksemplāros, un būtībā līdz šim tie eksemplāri glabājās tikai privātās kolekcijās. Un tas, kas te ir izdarīts, te ir atvesti, tātad mūsu pirmā stāva pamata ekspozīcijā, dārgu un glabātuvē ir atvesti tiešām unikāli priekšmeti no Latvijas pirmā neatkarības laika, no Latvijas un arī ārvalstu lielākajām privātajām kolekcijām. Tādējādi radot izstādi, kā jau teicu, līdzvērtīgas nav nekur citviet, ne Latvijā, ne pasaulē. Otrajā stāvā vēl līdz pat maija beigām ir iespēja apskatīt mūsu patu latviešu koktēlnieku darbus. Tātad otrā stāva izstādes mainās, jā, tātad līdz pat māja beigām arī šodien apskatāmies, ko tad mūsu latviešu tēlnieki savu laiku ir ar savām čaklējām rokām sastrādājuši, un tad vasarā jūnija vidū noteikti būs vērts iegriezties tiem, kam ir tūs sirdī Rīgas porcelāns. Jā, tā kā nedaudz tāda reklāma arī par to, kas tad ir gaidāms nākotnē. Bet runājot par šo vakaru, tātad šodien ir 20. Muzeju nakts, jā, Latvijā 20. Muzeju nakts. Mums tā ir otrā muzeju nakts, kurā piedalāmies. Un šī gada muzeja nakts tēma ir tātad izzināt, iegūt, pētīt un saprast, un to es novēlu katram, kurš šeit šodien ir ieradies. Izzināt, pētīt, iegūt un saprast, jā. Un tātad nams ir apskatāms bez maksas, jā, droši varat izteigāt, ir arī nedaudz aktivitātes bērniem, arī kāda spēle, kur pie kādas balvas varēs tikt. Un, protams, es gribētu teikt milzīgu paldies mūsu, nu jau otrgadējiem sadarbības partneriem, Rēzeknes zemesargiem, tātad zemesardzes 32. Kājnieku bataljona puišiem un meitenēm. Aplausus mēs viņiem varētu par to, ka viņi mums šodien čakli arī darbosies, gan izrādīs savu ekipējumu un dažādas aktivitātes piedāvās, un tāpat pie viņiem var arī pacienāties ar siltu tēju un gardu spēka putru, tā lai visam vakaram pieteikt tā spēka. Lūk, bet kas saistās ar diskusiju un ar izstādi, kuru arī, tad, nu, jāsaka, jau faktiski esam atklājuši, tulīt, esam arī visi skatīties. Tad
Tas bija tāds jāsaka, kā saka, zaķis ar diviem šāvieniem. Atceram muzeja nakti un burvīgu, vienlaicīgi arī atklājuma izstādi, kas ir atceļojis pie mums šeit uz Rēzekni no Rīgas, ja, burtiski tāda tikko bija pie brīvības pieminekļa. Un, nu, tur jau izstādes veidotāji un kuratori arī visu izstāstījuši būtībā un arī pastāstījis tālāk. Jā, bet patiesi prieks, kad arī šāda veida sadarbība šogad ir izveidojusies un ļoti ceru, ka arī turpināsim arī nākotnē, varbūt kādos citos projektos, jā, kādu sadarbību. Tā kā, lai jums jauks vakars, izbaudiet, diena ir silta, arī vakars ir silts, lai labs noskaņojums un tātad izzināt, iegūt, pētīt un saprast tas, kas jums šodien jādara. Jā. Тут же ее массажи кормили кашей, ну, вот, опять же, все его успели пополнить, потому что пришлось побегать, есть где-то не поел дома, хотя оказался дома очень поздно. Ну, следующим отрезком пути, куда нас занесло, это оказался культурно-исторический музей Гальский. Ну и здесь, конечно, много было народу, а на открытии, собственно, 7 часов не было, но зато...
На первом этаже музея находится традиционная экспозиция, она уже такая уж действительно традиционная, она много лет там существует, и вот Tasbiyeh Padomyev Likes, я такое обратил, знаете, вот Padomyev Likes, все ругают, ругают, а если вглядеться в те фотографии, которые на этом стенде, опубликованы, вот слевее, да, там молодежь стоит, разглядывает, вы знаете, что я заметил странное, на всех фотографиях сплошное развитие. Стройки, заводы, дороги, в общем, Tasbiyeh Padomyev Likes, Ну и, конечно, хит сезона, по-моему, первый раз вообще открыт этот подвал. Сейчас мы с вами посетим подвал, который находится под музеем, и доступ к нему был закрыт для простых смертных. Теперь это новая экспозиция, и там достаточно интересно. Мне лично понравилось, вот давайте туда нырнем. Vēlēšanos, tad noteikti piepildīsies. Un klanamies katrā telpā, ja būs neskaitāmas reizes jāpaklāt. Durvis tiks aizslēgtas. Mēs Вот такие вы были, когда заходили. Их знали только в лицо. Sapņos sapni, un mēs iesim cauri tātad garā sievas sapnim, un aizmukrē mēs redzam vienu draugu, kas ir tātad garā sievas, viens no draugiem. Kas tas ir? Vārda, ko vārdi? Nē, tas ir Melnais, Mārtiņdienas. Gai. Gailis. Hei, Renāte samānījās! Tā nav garā sieva. Tas ir muzeja darbinieks, kurš pēc muzeju nakts guļ. Jā. Visu svētdienu. Apmēram. Ar garā sieva. Meitendienas maska. Tālākajiem tumsas valstībā. Sekojiet man, nepalābiet vienam. Skaidam, cik mūs ir gaidām. Pēc tam, kad izies un pateicu, ko mēs ar cik daudz kuriem. Šupuli taisa aņu. Nāvei, tātad pretec ir dzīvība. Nē, vajag ieskatīties, vai paskatīja augā. Un pēc tam obligāti vajag pašūpot šupulī. Pošpēdas mašīnas. Rekur Filips, virtuves kombaini vecmāmiņu. Kas tie ir? Kā viņu pieslēgt elektrības? Tēti, nesakiet visu priekšā. Es nezināju. Rekur Beļas mašīnas vecmāmiņu. Beļas dēlis. Un arī gudināmie aparāti. Un mūzikas instrumenti, pareizi? Jā. Un sitamie instrumenti. Bez šaubā. Ja vīrs bija paklausīt. Vīru sitamie instrumenti. No, tas ir šaubīģi, protams, bet... Kas ir šie par instrumentiem? Nē. Jūtuvis kompāmie katli. Šotātā švērtā. Jā, oci, ko mēs kādam skriestu. Krējumu ieleja, un tad šādien sakūtu sviestu. Jā, bebīti par šūkojā. Tas ir šīs palces. Jā, sēru. Kas šie palces nav ko tādā? Sniegu tīrījā? Maizes. Līzes, pareizies. Kas šitas par instrumentu? Jā, tas ir augšpēc. Labākas šādās. Nēši. Karamisla. Karamisla, pareizi. Nēši. Zirgam ir cik kājas,
Tātad pārgāju. Labar, pamalt. Kā darbs bija mūs? Saimiņeicas pārējais. Pamatīju sauca. No kuršu braudu. Bet manis ir čiekās nevēl tik tāpēc. No tad vēl viens jautājums. Šis tur ir lielais eksperiments. Kas kā nožinās? Zāģi. Sibīrijā, Eglēs, Lēs, Lēs. Kas šitas tāds? Ar kājiem ir nomais? Kāda virpa? Točno virpa. Tas tik sūkā. Es došu grūtāku jautājumiem. Tiksim tī, es man nuvalst tevi, tad būs jautājums. Bērna skola soma? Diez vai, vai ne? A kas ir tas tāds? Nē, tā svisarni iešika. Instrumentus prikādrošanā. Jā. A šitas kas? Jā. Re, kur poda tāda augšējās daļas maliņa, pati augšējā daļa. Pie sienām mēs augšējā tāda daļā redzam arheoloģiskos izrakumus 80. Gadā, kas notika Pils kalnā. Un šeit ir pirms Zemuļa būvniecības arheoloģiskie izrakumi. 80. Gados ļoti daudz atrada tātad priekšmetus, un arī daļu jūs varat redzēt arī vēstures ekspozīcijā. Renāte, kā kārtīgs muzeja pedagogs nevar izlaist bez uzdevuma. Pat neko nestāstā, uzdevumas uzdevuma. Nekādi deviņi, nekas mums neinteresē. Šeit jau beigās konstatē, jau bankieri nav, paskatīsimies kā priekšgalā. Kā sauc lielu naudas atradumu monētu vienkopus? Klāt. Nē, īpaši arheologu nozīmē. Šeit ir priekšā tas vārds kaut kur nostāvēt. To var atrast. Es gandrīz redzu. Depozīcija. Atkal noslēpā. Nu, tas uzdevums ir tāds. Kad mēs izsapņosim šo sapni līdz beigām, aiziesim tītos dienu, jūs uzdevums aiziet uz vēstures ekspozīciju un atrast to depozītu, kas sastāv. No 443 livonijas laika monētām. Tās depozīts tika atrasts upes ielas kapsā 80. Gados, kad tika rakts tātad mirušajām kaps. Un pilnīgi nejauši tiešie kapu racēji atrada šo depozītu linu drāniņā ietītu un tādā bērza tās tādā tā kā sarullētu, ja. Tas nozīmē, ka tas cilvēks, kas tajā laikā, nu, tā dzīvība, dzīvošana bija Pilskalnu, viņš bēga, acīm redzot uzbruka, ja, kāds viņš kā saka, sevi glāba savu dzīvību un to naudu. Skrēja, paslēpa pavisam seklā vietā, tur kapu racē varbūt vienu lāpstu tikai ieraka, un viņu hopā. Draudzi, mazais. A kāpēc viņš viņu neizraka? A kāpēc viņš tā atstāja? Nē, nu jocīgs, ne? Mums atstāja? Nā. Kādas idejas? Paskaizmas. Mums ir priešāk. Karš taču bija, vai ne? A varbūt viņš vienkārši bija aizmārša, neatrada? Jā. Aizmirsties, gadās aizmirsties. Dažādi varbūt variants, jā. Bet jūsu uzdevums ir atrast depozītu. Iesiet nekādā. Var ieskatīties tai lādē, ko viņa tur uztaisījusi. Ko tā mārķa, Čo mazais kazlēt? Nu, viņa mamma? Gaismas ir mūs kaza. Ну и последняя точка маршрута – это синагога. Тоже я там побывал, посмотрел. Ну, собственно, традиционно выставка рисунков, там потом лекции, потом… Ну, то есть программка есть, каждый видел, что было. Наверное, многие заинтересованные пришли посмотреть, послушать, потому что зал был полон. Ну, а тот, кто не видел, все равно я все вам рассказать не смогу, ну, а общее…
значит, вот впечатление, вы видите, что народа много, все посещают, всем интересно, да просто, ну, раз в году, в ночь музеев посетить эти все заведения, пускай вы там были 1000 раз, ну, все равно, это же лучше, чем дома сидеть и пиво пить или еще там что-то, щелкать орешки. Поэтому вот ночь музеев, она для того и есть, чтобы немножко себя встряхнуть. Ну и, конечно, под конец музычка, на этом, пожалуй, и закончим до следующей ночи музеев. Ну а на этом, скорее всего, прощаюсь. Всем удачи, всем пока. И такая бодренькая музычка. До видзеня, господа и бояре и панове. Все, всем удачи, всем пока. Кстати, по-еврейски я не знаю, как прощай. Или до свидания. Вот, увы. Всем пока.